Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Дитол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды. Мы продолжаем проходить шестую главу на Нормале, и у нас сегодня по расписанию новый герой. Да, дорогие друзья. Так, мы убираем Кирби мыши, и вы его очень просили. Кейси! Да, у нас сегодня Кейси. Так, что наш противник? 51-51. Ничего страшного. О, привет! Привет, кабанчик. Ох, это Бива, конечно. Ох, ну почему все плохое случается только со мной? Не хочу быть безобразным мутантом. Я слишком красив, да, Антон? Действительно так. А вот и наша стиранка, которая стала в Рокстеди. Хотя я бы и предпочел оставаться человеком, но стать наполовину носорогом не худший из вариантов. Согласен. Ты с ума сошел? Посмотри на меня, я похож на свинью. Нет, чувак, так нечестно. Моя жизнь кончена. Да, Антон, к сожалению, ты теперь хрюшка. Просто свинья. Так, мы находимся в измерении X. У нас Кренги и Микки Первый. Микки Первый атакует. Обычную атаку. Двойка. 696. Да, противник стал значительно сильнее. И вот массовая атака. Раф, будешь контратаковать? Нет, не стал контратаковать. Еще одна массовая атака, да елки-палки. И еще одна массовая атака. Да, надо, конечно, что-то с этим делать. Либо дефенс, либо Микки поставит у нас уклонение увеличит. Вот она, вот тебе получай. Еще и противник увеличил атаку себе. Рафи, ой, Лео, давай-ка массово их сейчас крутанем на вертеле. Отлично, минус один противник и Кейси. Кейси у нас с шайбой, так сказать. Кейси атакует. Итак, первая способность. Это самая обычная. Он бьет клюшкой. 1246 критом. Неплохо. И есть вероятность увеличить скорость атаки. Так, Рафи. Рафи, давай обычную атаку. Бам! 1023 урона. И Донни. Донни, что тоже обычную атаку применим. Слева-справа 1062 критом. Кто добьет? Кто добьет? Микки добьет. Давай, Микки, добивай. Хватит уже здесь прохлаждаться. Хорошо. С первой волной мы справились достаточно легко. Вторая волна. У нас Лео. Лео, давай вылечим нашу команду, потому что нас могут добить, а мне бы этого не хотелось. Кейси, применяем электрошокер. Это вторая способность. Он достает из рукава электрошокер, бьет, заряжает его просто энергией. 884 урона, и есть шанс понизить скорость атаку. К сожалению, сейчас это не сработало. Давайте всем противникам скажем, атакуйте только Рафа. Только Рафа атакуйте, я готов принять весь удар на себя. Донни. Донни у нас сейчас обычную, давайте просто обычной атакой. Я думаю, 725 урона, неплохо. Микки, а Микки повысит уклонение у нашей команды. Потому что противник все сильнее и сильнее с каждым эпизодом. Так, Раф, контратаку. Давай-ка. Ну, 232 урона, ладно. На тебе, 1081. Хорошо, еще по Рафу. Раф героично принимает на себя любые удары и контратакует. Какая же это крутая способность. Я постоянно ей просто восхищаюсь. Давай, вот сейчас контратака. Нет, ну ладно. Не каждый раз она срабатывает, но все равно шанс велик. Нах, Лео, суперудар, мощный, резкий. И Микки, Микки, уничтожаем Йети огромного с головой Кренга. Ну что же, у нас третья способность Кейси. Бросает гранату, и есть вероятность понизить меткость у противника. Вот так, как сейчас произошло с одним из них, он в какой-то, вот видите, синей жиже находится. Вот так вот. Раф, 915 слабенько, но все равно добил. Донни, давай тоже уничтожаем вот этого справа. Кренга голову, 725 урона. Отлично, и Раф, контратакуй. 1081, и кто его добьет? А, Лео, добивай. 1081 урона, хорошо. Третья волна у нас, и кто же у нас здесь будет? Неужели Бивы с Троксиди будут? Так, нет, а что же они тогда диалог запускали? Их превратили в свинью и носорога, но, к сожалению, они пока что нам не встретились на пути. Давайте мощную атаку от Микки. Исчезновение и 2000 критом, хорошо. Кейси. У Кейси, кстати говоря, четвертая способность, она пассивная, в начале хода есть шанс повысить защиту у всех своих союзников. Неплохо. Так, и мы сейчас смотрим на пятую.
Он запуляет шайбу в противника, и есть шанс наложить отложенный урон. Нехило. Рафи, повышай дамаг у нашей команды. Конечно же, дэмэдж нам нужен. Сила атаки важна. Донни массово распулил по всем. Ой-ой-ой, и положил практически всех, осталось только два противника. Микки, минус еще один. И кто, кому достанется? Последний-то. Ну, это все ерунда. Может быть, Рафи контратакует? Нет, контратаки не было, но Лео добьет его. Я уверен, добьет. 3691. Вот это да, вот это сюрприз. Отлично, отлично, Лео. Победа, победа. О, Крэнги уже отправили бойцов, которые готовы быть отправлены. Он задает вопрос. Крэнги не просто отправили бойцов, которые Крэнгам приказали отправить. Крэнги отправили всех бойцов, все против черепах. А вот это радует. Мутанты, называемые черепахами, станут уничтоженными мутантами. Диалоги просто шедевральные, конечно. Хорошо. Результат. Мутагенчик получили. Да. Но лучше бы выпала какая-нибудь карточка. Например, вот эта вот синенькая, которая выпадает в эпизоде 9. Она достаточно тяжело ее найти. И она полезна, потому что можно прокачать способность. Воу, в бой! Эпизод 9. Эпизод 9, мы готовы. Команда вся та же самая останется. 54-го Рахзар и Биба будет. Во, вот это будет противник. Вот это сюрприз. Надеюсь, у вас, уродов, была хорошая причина, чтобы позвать меня в свой стрёмный собор. Свинке еще нужно заработать на сальсе. Догоняете? Значит, к тебе тоже муха прилетела? Откуда ты знаешь? Он нам сделал такое же предложение. По ходу дела Бакстер Стокман решил собрать и объединить всех вот этих горе-мутантов врагов. Хорошо, мы все встречаемся в соборе в каком-то, и Микки первый атакует. 52-го левела уже. Нихуахо. Ну, заряжай обычной атакой. 685 урона. Неплохо. Но к Микки... Нах. Микки сконцентрировался, и все хорошо. Донни, по Донни промахнулись. Лео, как ты выдержишь удар? 655 получил бы себе. Давайте-ка, да, обычная атака. Вот поэтому справа в желтеньком получает 2000 с первого удара. Вот так вот надо атаковать, учитесь. Лазером получил Раф, не стал контратаковать. Очень жаль. Очень же. Так, а и он сделал таунт. Окей, давай обычно клюшечкой его. 762 по горбу прямому. Ох, Рафи. Рафи, давай точно тоже обычную атаку. Я думаю, 1072 урона, и Микки его добьет. Микки! Отлично, Микки. Тихо. Кейси, не надо трогать, он у нас самый слабый, самый слабенький. Пока что его не трогайте. У нас периодический урон будет носиться по Рафу, это нехорошо, конечно. Так, Донни. Донни! Мочи его. Мочи 744, хорошо. И Микки... Ой, Лео! 1278, сильненько. Электрошокером. Давай электрошокером пронзим противника. Наэлектролизуем его. Супер. И Раф. Раф получил урон периодически и добьет нашего противника. 1012 урона. Хорошо. Вторая волна. Кто же здесь? Здесь будет Рахзар. Привет, Рахзарчик. Маузеры и вот воители, воины Шреддера. Давайте включим музыку. Время танцев. С Микки и увеличим шанс уклонения. Отлично. И у нас Лео. Лео, давай мощненько так по Рахзару шлепнем. 2270. Хорошо. Маузер. Массовую атаку по двум промазал, по трем попал. Ну, не сильно. Здесь тоже от Маузера немного. Получили дамаг. Ничего страшного. Так, 813, это было уже неприятно. Ну что ж, давайте все-таки массовую. Пора массовую атаку применить в исполнении Донни. Бэм! Отлично, Рахзар будет на луну, и значит все его будут атаковать. И это говорит о том, что повышен крит у союзников, а также он повысил дамаг у них. Так, давайте-ка всех сконцентрируем на Рафе. Пусть все его атакуют, потому что иначе Кейси ляжет. А я бы хотел бы Кейси довести до третьей волны, до финала. Кейси, запуляй свой газовый баллончик. Возможно, он нам будет полезен.
и меткость. Ой-ой-ой, да ты даже уничтожил парочку. Да. Остались одни только маузеры. Маузеры остались. Кстати, у Кейси неплохая атака получается. Массовая. И есть шанс меткость понизить. Круто, все супер. Третья волна. И здесь у нас будет Бибоп. Бибоп, привет, хрюшка, поросенок ты наш. Сейчас мы тебя отправим на шашлычок. Давайте сначала вылечимся. Сначала мы просто вылечимся. Микки, доставай пиццу, будем кушать. Да. Все, мы готовы к бою. И Донни... А у Донни вот... Донни у нас повысит защиту. Все-таки Бибоп 54 уровня. И дамаг повысим. И дамаг, конечно же, повысим. Вот все мы бафы положительные наложили на себя. Навесили и готовы. Теперь мы готовы атаковать по полной. Даже удары нам будут нипочем. Смотрите. Опа, держит. Держит любой удар. И контр... 2566 крита. Мама моя женщина, а. Хорошо, Бибоп. И по Бибопу еще 1472 урона. Так, ну давай его тоже контратакуй. Вот такой. Нет, не получилось контратаковать. Но может этого, да. А вот поэтому получится 1882 урона. И Микки. Микки! Исчезновение, проникновение. Бэм! 1258. Отлично, Лео, массовая атака. Я ее сохранил, и не зря, потому что мы сейчас вынесем и БИБП, и еще солдата, и останется только два. Вот так вот все очень просто. Донни, выноси этого. Пора тоже от него избавиться, и остался один. Микки, твоя очередь. Твоя очередь завершить ход и одержать победу. Да, дорогие друзья, победа, 3 звездочки. Сегодня мы посмотрели Кейси. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Пишите в комментариях. Дальше мы будем проходить 10 эпизод и далее уже в следующий раз. С вами был канал Детол. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Счастливо.